хотелось бы, вот, пользуясь случаем, обратиться даже к спортсменам высокого уровня, чтобы, ну, сейчас много таких интересных возможностей, которые существуют у спортсменов, просто у людей, у спортсменов, в том числе это там и социальные сети, Инстаграм и прочее, чтобы они поддерживали молодежь, молодых ребятишек, которые сейчас временно не занимаются, показывали какие-то интересные упражнения, своим примером призывали вот к формату домашней тренировки, так его назовем. Вот это бы хотелось пожелать, порекомендовать и тем, и другим участвовать в этом процессе. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это было вот действительно было полезно, приносило пользу, приносило какой-то результат. Я думаю, что было бы очень интересным тоже какой-то в режиме там телевизионных наших программ. У нас огромное количество есть спортивных фильмов, спортивных документальных и художественных фильмов, которые бы, исторических фильмов, которые связаны с, и с нашими достижениями, и вообще как бы с психологией спорта в целом. Это было бы вот такой теоретической подготовкой и формированием психологии именно спортсмена, или просто человека, который хочет тут здоровым образом жизни заниматься. Также, естественно, здесь возможности нашего интернета. Практически любую тренировку ты можешь найти в интернете по любому виду спорта, на любую группу мышц, на восстановление тех или иных особенностей и способностей организма.